Всем привет, ребят. Ну что, все-таки у нас на русском сервере сегодня случилось это, и у нас добавили магазин скидок. Но самое интересное, в сравнении с другими серверами, у нас никогда не добавляют монетки во время проведения акции. Даже если там, сколько я донатил, сколько у меня там всего было, у меня они не сохранились, потому что я их использовал в других акциях. Самое главное, что нам добавили сегодня акции, и по сути, ты не можешь просто в акции поиграть, потому что у тебя нету монеток. Нахрена добавлять, если вы не добавляете тот же самый рынок, там, либо те же самые монетки, которые можно приобрести. Непонятно, да, там крутые сегодня у нас скидки. Что там у нас дают? Ну, вот. Если вы купили, дают за то, что вы купили. Хорошо, но, блин, на всех серверах добавляют в магазин хотя бы какой-то пак дополнительно. Ну, что можно сказать, это русские серверы, тут ничего не скажешь. Думаю, вечером посмотрим, что у нас тут будет, с каким шансом. Ну, как видите, можно получить 5 рун таланта, это круто, выживание тоже круто. Эмблемка раскола для русского сервера тоже огонь. Ну, все остальное, в принципе, такое себе. Ну, и даже психощиты у нас добавили, что очень удивило. Но остальное нафиг не надо. Это обычные расходники на других серверах. Я думаю, все-таки поинтереснее. И дают кулаки. Я здесь не вижу кулаков. Где они? Просто нет. Ну, что вам сказать? Ну, все как обычно, как мы ожидали. 10 ключей за 1000 самоцветов. Просто огонь. Короче, вот такое вот. Так. Ну, самое основное, что я решил записать с утра видосик. Это не магазин скидок. Магазин скидок мы вечером посмотрим. Вышли все-таки Sneak Peek на Фейсбуке. И там уже показали нам все-таки, кто будет 100% у нас. Сейчас, секунду, ребят, в обнове со скином. Давай сохраняйся, не люблю этот Facebook. Но ничего не поделаешь, приходится заходить. Да. В общем, вот так вот. Приеду, посмотрим на шансы, половим. Так, открыть изображение. Вот так вот. Что у нас будет? Скорее всего, будет скин на снеговика и скин на рогатку. В принципе, скин на рогатку очень интересно, потому что рогатка используется частично на архидемона иногда. Я, допустим, у себя его использую. Снеговик нафиг не нужен. Вряд ли скин там что-то изменит. А вот рогатка, в принципе, неплохо. Можно будет поставить второй талантик. Как видите, с картинки видно, что снеговик типа какой-то получает и деф, и нож. Щит получает, и нож. Ну, по сути, я думаю, все-таки это скин. Не будем предполагать, что это будет, опять же, дополнение героям. Вот что одно у меня вызывает, скажем так, очень большие, не то что сомнения, не хочу, чтобы это, опять же, стало явностью. Это, как я и говорил раньше, 8 таланты, так это 9, потому что для них уже все предусмотрено. Вопрос, когда они их ведут, если будут 9, это будет реально еще больше жопа, потому что там просто... Ну и так уже разрыв, в принципе, для доната без доната нереальный, а будет вообще просто жесть. Даже для доната на русском сервере это печально, потому что у меня твинг перегнал основу за 2 месяца, и намного больше силы, намного больше плюшек, и намного все дешевле. И по сути на сервере народа тоже много играет, и вот так вот. А на русском все хуже, хуже и хуже. Каждый раз об этом говорю, но пока изменений никаких у нас на русском, к сожалению, нет. Ну, что, вот так вот, не знаю, то ли рогатка, то ли не рогатка, ну, скорее всего, думаю, что рогатка, потому что тут больше некому
подойти под эту маску. Также есть маска у нас, сразу же вам покажу. Но мне кажется, что это будет, скорее всего, рогатка. Может и нет, кто его знает. Где-то там. В общем, время покажет, думаю, уже... Возможно, и на этой... Не, ну вряд ли сегодня, на следующей неделе. Сегодня уже был... Так, что я не могу? Ужас, не могу сохранить картинку. Ладно, попробуем так. Если сохранить. В общем, что я могу вам сказать? Все с обновами у нас как бы весело всегда, но в последнее время даже у меня не получается. В общем, неважно. Попробую еще с другого места сохранить. Люблю я играть в эту игру, но, честно говоря, последнее время подзабил на общие локации давным-давно, потому что, ну, смысла не вижу в этой беготне, в этом всем. Все можно давным-давно купить, и не заморачиваясь. Начал играть на китайском сервере, более усиленно на английском сервере тоже. Развивать героев, прокачивать аккаунт. В принципе, у меня уже там аккаунт на сегодня так вот откроется. Вот так вот. Скорее всего, с героев, которые есть, которые без скина. Сейчас даже зайдем на английский сервер. Скорее всего, это будет рогатка. Конечно же, может быть что-то по-другому. Как обычно, IGG добавляет у нас просто нереальные скины. А может это, кстати, и скин снеговика быть. То есть он нормальный, только превоплощается. Типа появляется у него другой облик. Типа там был нормальный, а там с ножом сразу. Кто его знает? Так, вот мы на топ-2, пока топ-1 я пока не лезу, рассказывал почему. В принципе, топ-2 мы взяли на изи, залетели в топ очень быстро. А что у нас есть по героям без скина? Шапка, похоже на глаза, ладно, пусть. Суккуб, думаю, вряд ли. Фараон, сомнительно. В общем, не знаю, с таких, что и шапка, кто его знает. А скорее всего, ребят, посмотрите, наверное, это будет Бугимен. Если посравнить глаза, что там у нас на картинке. Похож, похож, однозначно похож. Может, это будет скин Бугимена, кто его знает. В общем, ждем обнову. Честно говоря, изменений очень много, я надеюсь, что у нас все-таки начнут когда-то разработчики прислушиваться к игрокам, что-то менять, добавлять 1000 новых героев, уже некуда, честно говоря, их качать. Да и желание особо пропадает тратить. Ну, хотя я тут на этом сервере я даже не трачу время, честно говоря, тут все и так можно взять. Вот посмотрите, какие у меня тут ресурсы, да, там... 50 миллионов кристаллов просто у меня валяется на русском. В то время у меня максимум 3 за 2 года. Это плюс-минус всегда у меня есть. Здесь это все намного проще. На китайке то же самое. Там, возможно, сегодня в топ-1 даже выскочу, если будет время к вечеру. Ну, в общем, вот так вот. То есть ничего, скажем так, веселого для бездоната, опять же, в обнове, я думаю, не будет, как и в этой. Уже после этой многие, опять же, начали кричать, я ухожу, но пока люди играют, все равно рано или поздно возвращаются, потому что зима, делать нечего, поклоцать там, развлекаться можно. Ну, опять же, какие развлечения, если вас просто любой герой там с фулл прокачкой шатает вашу всю пачку. Короче, вот так вот, решил вам записать видосик такой, не знаю, пока играем. Пишите в комментах, какие вы хотите увидеть игры. Я буду постепенно, уже так меняю немножко график. Если вы заметили, меньше видосов выходит. Будем больше стримить. Меняю пока режим, потому что времени это забирает немало. Стараюсь вам кучу видосов пилить. Пишите в комментах, что вы хотите видеть.
на канале. Будем дальше трешивать. Все. Всем удачи, всем пока. Участвуйте в конкурсах. Видос есть на первом, на страничке, на главной у меня на YouTube-канале. Там все есть. Также подписывайтесь, ссылочки в описании ВК, там Телега, Телеграм-канал. Всем удачи, всем пока.